Тема футбола в Ривьере читалась на каждом шагу. Владение мячом посетителям парка демонстрировала команда юных сочинских футболистов. Здесь же все желающие могли принять участие в конкурсе рисунков. Не обошлось в этот день на асфальте без футбольного поля и кубка победителя. В итоге обещанное мороженое заслужили все художники. За день ребятам подарили 1000 порций этого лакомства. Кстати, рисовали в этот день не только на асфальте. Футбольным аквагримом сотрудники парка украшали всех желающих. Здесь у всех футбольное настроение, и нужно его разделять, быть на той волне позитива, которая сегодня здесь присутствует, в парке Ривьера. Кстати, за лучший аквагрим на спортивную тему вручат призы. Свои фото конкурсанты выложили в соцсети с хэштегом «Сочи в футболе». Лучшую работу определят уже на этой неделе. Победители получат сертификаты на посещение аттракционов парка Ривьера. Особенным в день физкультурника стало и шоу дельфинов. Эти артисты тоже попробовали себя в спорте. Сборную команду возглавил первый. Так зовут дельфина, который первым родился в Риверском дельфинарии. Черноморские афалины сыграли со зрителями в футбол. Во всех уголках парка не только играли в футбол, а в принципе активно проводили время. Главные гости Ривьеры, дети, участвовали в спортивных эстафетах. Нам команды нужен дух! Чемпион не ловит мух! Чтобы лучше всех играли в футбол, футбол. Кульминацией стало открытие новой достопримечательности парка. Обычный фонарный столб здесь превратили в арт-объект, разместив на нем указатели стран-участниц Кубка Конфедерации с километражом до Португалии, Чили, Германии, Новой Зеландии, Австралии и Мексики. Последние карт-указателю в торжественной обстановке прикрепили табличку России. Остается уже меньше года до начала матчей Кубка Конфедерации 2017 года. И, конечно, весь этот день мы посвящаем этому событию. Приятно отметить, что сегодня мы точно видим, что до Сочи осталось 0 километров. Уже совсем скоро мы будем все с вами свидетелями грандиозного праздника футбола. Здоровья вам и, конечно же, занимайтесь спортом. У нас уже был запуск волонтерской программы. Сейчас вот это мероприятие, я думаю, что жители и гости города Сочи видят тот настрой, тот позитив. Собственно говоря, наверное, тоже приобщаются к спорту. Вот это, прежде всего, здоровье, это наша сборная, это наш командный дух. В целом, участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, посвященных предстоящему Кубку Конфедерации, приняло свыше 5000 сочинцев. Ольга Десятова, Инга Габеша и Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.